Yes. Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Такое коротенькое видео решила вам снять. Смотрите, как у нас зацвели кактусы. Сейчас все цветет, хотя у нас, в общем-то, наверное, осень начинается, но так как сезон дождей, то все зацветает. Смотрите, какими красивыми и желтенькими цветочками. Вы посмотрите, какая красота. Вы видите? Очень красиво. И красненькими. И такие все эти кактусики, знаете, как жирненькие, сочненькие. Смотрите. Вообще вот эти плоды, тут еще цветочки пока. Сейчас я вам покажу плоды. Вот так они зацветают. И знаете, как интересно, смотрите, один и тот же кактус, он цветет и желтенькими, и красненькими. Даже так удивительно. Вот, видите, какие? Сейчас вам покажу. Приближу. Бабочки тут вокруг летают. Вот, вот эти вот едят, видите, вот они. Красненькие. Вот это уже фруктик. Я забыла, как он называется. Шкурку счищают, и там внутри много-много семечек, и такая кашица. Вообще, говорят, вкусно, но я, честно говоря, не ела конкретно эти. Я ела другие плоды кактусов, а вот эти конкретно не ела. Красиво, правда, цветет этот кактус? Главное, я говорю, вот на одном и желтые, и красные цветочки. Так интересно. Такой веселенький прямо кактусик. Здесь вот эти вот фруктики, которые лопай-лопай. Симпатичные. Такие, как на клубничку похожие. Только не хватает зелененьких листиков сверху. Вот, смотрите, видите? Цветет как. Вот прямо такой лес из кактусов. И вот здесь еще столько уже ягодок. Можно собирать и есть. Ну, так показала вам еще, какие у нас сейчас кактусы цветут. И как всегда, всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Чао.